13 февраля в сквере рядом с Домом книги на пересечении Большой Садовой с Буденновским открыли мемориальный знак в память о мирных жителях, погибших здесь в июле 1942 года. Церемонию приурочили к 80-летию освобождения Донской столицы от немецко-фашистских захватчиков. До войны на этом месте стоял главный ростовский универмаг. Во время Великой Отечественной его просторные глубокие подвалы использовали как бомбоубежище. 17 июля 1942 года один из вражеских бомбардировщиков сбросил бомбы на перекресток. Здание было разрушено до основания. Мирных жителей, укрывавшихся в подвалах, засыпало обломками. Вошедшие в город немцы не дали откопать живых. Ростовчане оказались погребены заживо. Точное число погибших до сих пор неизвестно. Своими воспоминаниями о годах оккупации поделилась ростовчанка Венера Георгиевна Саркисян. Я помню оккупацию, я помню, как Ростов полностью захватили немцы. Это было ужасно. Я ребенком была, сколько мне, 3-4 года было. Когда освобождали Ростов в 43-м году, я очень хорошо помню. Ну, жила я на 12-й линии, частный дом у нас, двор. Хорошо у нас были подвалы, сараи. И дедушка нас постоянно прятал. Как бомбежка начиналась, нас, я и брата моего, постоянно прятал. Он еще траншею выкопал, куда нас сажал. А мы из этой траншеи выглядывали, все бомбежки, все эти ужасы видели, конечно. Вы все прекрасно знаете, что наш город дважды подвергся оккупации. Ростов вошел в число 15 городов, наиболее пострадавших от рук нацистов. У вас еще есть уникальная возможность пообщаться с теми людьми, которые не понаслышке знали о тяготах военных дней, которые сами это пережили. Из первых уст узнать, насколько это было тяжело, как восстанавливался город. И вот это все нужно нам с вами сохранить в нашей памяти, в наших сердцах. И еще раз повторюсь, передавать из уст в уста подрастающему поколению. Спасибо. После минуты молчания собравшиеся возложили к мемориальному камню красные гвоздики. Память обо всех, кто стал жертвой гитлеровцев, навсегда останется в наших сердцах и будет служить напоминанием новым поколениям ростовчан о том, какой ценой далась нам сегодня свобода.